Всем добрый вечер! Вы на канале многодетной семьи Тарантиных. Я сейчас тут готовлю ленивые голубцы ребяткам на ужин покушать. И поставила, хочу сварить молочную кашу. А там вы видите наших улиток, которые недавно подарили Маше. Но об этом вы можете посмотреть на канале «Жизнь с домашними животными». Света опять конфету ест. Ты что такой себе гребешок на голове сделала? Ладно, если интересно, оставайтесь с нами. Так, всем привет! Сегодня будем с вами стряпать вкусные-привкусные булочки. Я сегодня поставила дрожжевое тесто на молоке. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Так, у нас уже вечер, мы пришли с садика, и сейчас я буду заниматься булочками. Будем стряпать булочки, сахарные сердечки, как обычно. Потому что детки попросили, и надо мне будет вот этих вот улитосов в другое место убрать. Смотрите, как она ногу сделала. Какая бафая. Сегодня Маша кормить их будет. Надо их в другое место в теплое убрать, чтобы духовку включить. Ладно, сейчас пью кофе быстренько и приступаем стряпать булочки. Если интересно, обязательно поставьте лайк и оставайтесь с нами. Так, начинаем заниматься булочками. Приготовила сахар, приготовила масло, а больше мне ничего не надо. Противень у меня уже готов. Ну что, начинаем лепить булочки. Так, первая партия у меня готова. Сейчас настоится немножко, как раз духовка нагреется, и потом поставлю в духовку. Так как нету яиц, будем без яиц, не будем сверху мазать яйцом. Попробуем так запечь, посмотрим, что получится. Так, все, помазали яйцом, нашли мы яйца. В целом отправляем в духовку запекаться. А сегодня мы приготовили рисовую кашу с фаршем. Пережаривали фарш с крупной морковкой и с луком. Сегодня готовил у меня муж. И вот такую вот вкусную кашу он приготовил. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, испеклась моя первая партия. И Ваня уже прибежал. Ну, бери, бери, Ваня. Бери, какую ты выберешь. Два, три. Давай, бери булочку. Какую Ваня возьмет булочку? Ну? Ай, горяченький, да? Вкусненький, горячий. Да. Бери булочку. Ну, пойдем сейчас остальным, пойду раздам. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, испекла уже вторую партию булочек. Ребятки быстро расхватывают. Вот что значит, иногда надо делать остановку выпечки, для того, чтобы лучше ели. Улетает в лед. Я себе наложила кашу немножко поесть, сделала себе цикорию с молоком. И вот у меня еще тесто. Тут полтазика еще стоит. Следующая партия уже выпекается. Пока она выпекается, я успею как раз перекусить. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Так, булочки у меня выпекаются. Еще буду стряпать две булки хлеба. Тесто просто осталось. Булок уже целый тазик большой.
Решила еще хлеб постряпать из этого же теста. Посмотрим, какое получится. Надеюсь, вкусный будет. Сейчас последняя партия допекается, булочки, и потом поставлю хлеб. Дорогие друзья, испекла две булки хлеба из того теста, которое на булочке. Вот такой вот он у меня получился. Но вот этот вот, как-то бы так повернуть, вот немножко подгорел. Это тут силиконовая форма была. Тут, видать, меньше надо по времени держать. А так в целом хороший. Потом разрежу, обязательно покажу. Вот сейчас остынет, потом разрежу, покажу, какой он будет в разрезе. Надеюсь, что будет вкусный. У нас вечер уже. Сегодня ничего днем не снимала. Смотрите, как опять нас засыпало снегом. Целый день у нас идет снег. Я в садик иду. Прошу прощения. Там Тайсон вон гуляет. Да, Тайсон? Вообще снег валит и валит, и валит, и валит. Вот куда он еще валит, этот снег? Ужас какой-то. А не погода. Ладно. Пойду в садик и потом буду дальше коридором заниматься. Мы уже пришли домой. На улице так хорошо. Прям благодать. Прям вообще классно. У соседей свет есть, а у нас почему-то света сегодня нету. Что случилось? Странно даже. А, нет, свет появился. Ура! А то я уходила, у нас дома света не было. Да! Ой, Егорка так и не почистил дорожки. Сейчас заставлю чистить идти. Да! Ладно. Идем домой. Всем желаем хорошего вечера и хороших выходных. Пришла с садика. Сейчас буду монтировать видео. У нас просто сегодня свет отключали. И не было света. Поэтому не могла смонтировать. И интернета нету. И сегодня хочу смонтировать. Потом, может быть, на пару дней, не знаю, до какого числа пропаду. Потому что, скорее всего, интернет отключит. Вот что я за блогер, который забыл заплатить за интернет? Я заплатила, но не всю стоимость. И получается, у меня сегодня уже письмо пришло, что у меня отключат, скорее всего. Поэтому, может быть, пропаду. Не теряйте, но постараюсь мобильного интернета вылаживать. Я лохматая после шапки. У нас сегодня будет борщ от мужа, кстати. Муж готовит на кухне кушать. А я монтировать села. У меня такая это... С этим интернетом это вообще какой-то ужас. Оксана посуду помыла. А так цел... А, да, сегодня Ильюша приедет, так что поснимаем выходные с ним. Он мне поможет с продвижением ремонта коридора. И потом вам все покажем. Там не осталось-то буквально немного совсем. Поэтому, если интересно... то выходные мы с Ильей сделаем. Потом постараюсь через мобильный интернет вам выложить то видео о ремонте, какие продвижения у меня. Я знаю, что многие ждут, многие уже прямо сильно просят: Настя, покажи продвижение. Но пока нет, ребят. Пока нет, потому что покажу, как вот все сделаю уже. Я знаю, осуждений будет много, так как я сделаю. Будет очень много осуждения, но мне главное, что чисто будет, и все. Ладно, всем всего самого хорошего. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Если пропаду на пару дней, то прошу меня не терять. Всем говорю, пока-пока.